Согласно фотографии, опубликованной Аргейта, пепел покрыл всю поверхность одного самолета на взлетной полосе аэропорта, превратив его белые крылья в цвет шифера. Власти Гватемалы закрыли международный аэропорт столицы во вторник из-за того, что из вулкана Пакая обрушились пепел и камни, которые привели к наземному происшествию с 9 самолетами и отклонили прибывающий рейс в соседний Сальвадор. Пакая, расположенный примерно в 25 милях 40 километров к югу от международного аэропорта Ла Аврора, был активен в течение последних 2 месяцев. Последнее извержение во вторник покрыло тротуары и автомобили в некоторых частях города Гватемалы темным пеплом. Управление гражданской авиации Джак приостановило работу аэропорта по рекомендации Национального института мониторинга вулканов и перенаправило рейс из американского города Лос-Анджелес в Сальвадор, говорится в заявлении Джак. Это связано с усилением вулканической активности Пакаи, а также с изменением направления ветра с юга на север, в результате чего мы получили вулканический пепел в городе Гватемала, сказал директор Джак Фрэнсис Аргетта в онлайн-видео. В районах, прилегающих к вулкану, приказа об эвакуации не было. Минуту, Сара, а нosotros no.